В теме спорта «Валёк» Минске на днях чествовали лучших спортсменов. Бал чемпионов собрал дзюдоистов, самбистов, волейболистов, легкоатлетов и лыжников. Тему продолжат наши коллеги из «Валёк» Минска. Торжественное чествование спортсменов собрало в зале Центра культуры и досуга «Гармонии» не только чемпионов. Сюда пришли ветераны спорта, тренеры и просто зрители, все те, кто горд и рад тому, что вновь к «Валёку» возвращается былая слава. На сцену один за другим поднимаются те, кто усилия воли и многочасовыми тренировками отстояли неоспоримое преимущество. Тот настрой ребят, которые после игр в Намцах сказали, это первая медаль, это только начало, вы еще узнаете, кто такая Лёкма. И они это доказывают и доказывают каждыми стартами. Я очень горд за наших ребят. Буквально пару лет назад зазвучали имена наших самбистов и дзюдоистов. Уходящий год стал победным для легкоатлетов. В хрупкой и грациозной девочке в этот день сложно узнать серьезного борца. Тем не менее, вместе со своей командой она доказала, а Лёкма заняла свое место в лидерах. Команда – это когда все вместе, один за всех, все за одного. Мы все друг другу помогаем, мы как семья. Лыжники, волейболисты уверенно прорываются на призовые места в республике. Еще раз утвердив, на Лёкминской земле вновь те, кто сможет доказать, не угасла спортивная искра в городе на Лени. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Лёкминск.